Привет! С вами профессор Гуглов, и я здесь для того, чтобы поднять вам настроение. Усаживайтесь поудобнее. Поехали! Мы почти готовы начать. Нам только нужно перекусить. Давайте взглянем на самые смешные и занимательные кадры с камер видеонаблюдения. Очень здорово, когда собака привязана к своим владельцам. Но у такой привязанности есть и один минус. Самое невероятное возвращение в истории футбола. Теперь вы будете бояться не только ездить за прицепами, но и парковаться за ними. Любящий отец спасет вас даже от инопланетян, но динозавры сильнее любви. Как я не встретил вашу маму? «15 секунд в британском пабе, и вы получите больше впечатлений, чем за всю неделю вашей привычной жизни». Лучшие футбольные клубы уже ищут этого парня. Похоже, что новый диснеевский фильм будет сниматься в Канаде. Можете чувствовать себя слегка эмоционально истощенным после просмотра этого видео. На самом деле пес хотел спасти его. Представьте реакцию начальника этих бедных работников. Физически эти парни сильны, но их знание физики хромает. Мы привыкли думать, что подобное бегство от правосудия возможно только в глупой криминальной комедии. Ставьте лайк, если вы так бегаете ночью из кухни в свою комнату. Не только в IT-компаниях бывает дневной сон. В этот день его карьера в бодибилдинге пошла под откос. Этот парень случайно обнаружил у себя талант голливудского каскадера. А теперь у нашего каскадера начинаются серьезные соревнования. Она номер один в нашем топе эпических входов. Как вы думаете, куда эти пассажиры так торопятся? Вот как работают самонаполняющиеся бассейны. Надо признать, это была достойная попытка спасти себя. Если у вас затекла шея, пришло время массажа. Кассовый аппарат этого бара имеет специальную систему защиты от взлома. По крайней мере, теперь им не придется нанимать человека, чтобы раздавать листовки. Никто не убирал брезент, потому что он ждал своего владельца. Каждый раз, когда я слышу этот звук, происходит это. Как гласит известная фраза, если не можешь победить их, присоединяйся к ним. Если есть социальная сеть для рептилий, то эта змея, вероятно, разместила там видео этой реакции. Если люди взяли эти доски, чтобы отремонтировать крыльцо, тогда оно вовремя саморазобралось.
девушка запомнит этот день не из-за цветов. Единственное, что раздражает больше, чем лампа с голосовым управлением посреди ночи, вот это. Прогноз на сегодня. Свежий снег и немного свежих новостей. Еще один водитель, который забыл о ручном тормозе. Однако стоит признать, что маневренность этого автомобиля на высоте. Наверное, худшая реклама автомобильного стартера дистанционного включения. Мы показываем это видео, чтобы напомнить вам, что на свете есть хорошие люди и что никогда не стоит забывать о безопасности. Если вам понравился фильм «Форд против Феррари», то вам также понравится эта гонка с участием «Шевроле». Этот парень на самом деле получил много пользы из школьных уроков физики. Этот парень еще об этом не знает, но среди его предков были кошки. Помните, самое главное в работе – не носить слишком много тяжести на плечах. Он просто хотел заправить машину, а в результате получил разряд адреналина до конца дня. Теперь ей придется менять антенну и свою одежду. Оказывается, теперь службы доставки предлагают еще один вариант, кроме оставить у двери. Может, эта дама просто хотела стать чьим-то подарком? А потом он, наверное, сказал, что просто хотел проверить реакцию продавца. Сейчас мы увидим побег. Он даже круче, чем в истории игрушек. Она даже не убрала руку с мыши. Мы не знаем, кто кого должен благодарить. Застрявшая девушка за то, что ей помогли, или девушка на полу за то, что ей не придется отрабатывать планку. Эта тележка уже приняла решение, и ее никто не остановит. Хватит шутить, пора размять ноги. Вот что значит отмокать в ванне после долгого рабочего дня. Просто представьте, что собака хотела поиграть в игру «Музыкальные стулья». Пришло время добавить немного милоты и мужества в эту подборку. А в этот раз самой крутой стала кошка. Этот ребенок вырос и выбрал другой вид спорта. Есть два типа соперников в кино и в реальной жизни. Те, кто всеми силами пытается отвести от себя подозрения и уничтожить все улики, и непризнанные гении, жаждущие славы и никогда не скрывающие, что они делают. Давайте посмотрим правде в глаза. Ни один ребенок в этой ситуации не смог бы проигнорировать этот водяной пистолет. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. На этом все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. До завтра.